Итак, у нас сегодня в обзоре Redmi AirDots 2. Это второе поколение, вторая серия всем известным уже беспроводным Bluetooth наушникам Redmi AirDots, которые раньше были в синей упаковке, и это в красной упаковке. Данные наушники я приобрел в магазине player.ru. Это и магазин, и интернет-сайт. Ссылка будет на сами наушники и на магазин под видео. А здесь мы поговорим про технические характеристики данных наушников, чем они отличаются. Если говорить про внешнее содержимое, так сказать, то есть, ну, как они выглядят, то здесь ничего не поменялось. Все то же самое, наш привычный кейс, все такой же. Как бы вот зарядка есть для того, чтобы заряжать кейс microUSB. Открываем 90 градусов, помним, так проверяются подделки. Подделки, в смысле, они вот так где-то будут открываться, не до конца. Настоящие Xiaomi, Redmi открываются до конца. Наши привычные наушники, все то же самое. Выглядит все абсолютно так же, как и наши привычные Redmi. Но по характеристикам здесь немного есть улучшение. Ну, во-первых, самая главная разница, в чем отличается второе поколение от первого поколения, это в наличии шумоподавления, именно здесь, в Redmi 2, вот в этих красных. Если вы говорили по гарнитуре, вы замечали, что любой шелест, любой шолох, любой скрежет со стороны собеседника, и вы в своих ушах слышите колоссальные вот эти вот диапазоны частот, которые прям вот раздражительны. Есть также улучшено подключение, улучшен Bluetooth, то есть наушники быстрее подключаются, более стабильнее держат именно это сопряжение, поэтому в этом тоже есть улучшение. Так, в принципе, все одинаковое остальное. Еще можно добавить, что зарядка, время зарядки данных наушников, ну всего этого кейса, 1,5 часа, держат аккумулятор, сами наушники держат аккумулятор где-то 4 часа на одной подзарядке, если вместе с кейсом, то до 12 часов. То есть порядка 3 раз, 4 можно еще и данные наушники подзарядить. У данных наушников, ну, Bluetooth, я и сказал, точно, ну, улучшен здесь подключение, но это вот то же самое Bluetooth 5.0. И радиус действия наушников до 10 метров. То есть телефон можно кинуть где угодно в квартире и ходить гулять, наслаждаться, так сказать. Еще как фишка, такое преимущество именно Redmi 2, то что здесь уже есть голосовые помощники. То есть поддержка помощников как Google Ассистент, так Siri, так и от Xiaomi еще их ассистент, который имеется. Все остальное, в принципе, ну, все то же самое. Ну еще, наверное, можно отметить влагостойкость данных наушников. И все. В принципе, это те же самые Redmi, только немного улучшенные. Тем более, что по цене они точно такие же, по сути.